Вяжем 3 петли вместе с наклоном вправо. Первые 2 петельки мы провязываем. Слегка подтягиваем. Перекидываем на левую спицу. Подтянули ниточку рабочую. И третью петельку мы перекидываем через 2 провязанные. Вот так. И возвращаем на правую спицу. Еще раз подтянули. Вот это у нас получается 3 петли с наклоном вправо. Вяжем 3 петли с наклоном влево. Первую петельку переснимаем вот таким образом. Следующие 2 провязываем вместе. Провязали. Подтянули ниточку. И теперь не провязанную петельку перекидываем через 2 провязанные. Вот так. Еще раз подтянули ниточку. Это у нас получилось 3 петли вместе с наклоном влево.